Между Акиматом области и медицинским центром управления делами президента подписан меморандум о сотрудничестве. В рамках документа специалисты организации будут оказывать консультативную и практическую помощь. Проводятся мастер-классы по сложным оперативным вмешательствам, после чего в работу врачей региона будут введены инновационные методы лечения. Глава региона Нариман Турегалиев провел встречу с руководителем медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан Алексеем Цоем, на которой обсужден ряд вопросов, связанных с повышением качества медпомощи. Вы оказываете практическую помощь и теоретическую помощь. Это для наших врачей, я думаю, в работе и в дальнейшем сам главное, друг друга глаза знаете. И это, я думаю, поможет в дальнейшей работе, потому что медицинская часть работы мы понимаем, сейчас население, с населением работать не так просто. Тем не менее, наши врачи и находят теплые слова про лечение. По итогам встречи между Акиматом области и медицинским центром был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Соглашение позволяет жителям региона получать консультации врачей, санаторно-курортное лечение и услуги медицинской реабилитации. На протяжении нескольких дней врачи из Астаны оказывают медицинскую помощь, проводят консультации. Опыт в работе они передают своим коллегам из региона. В целом оценка местным специалистам дана высокая, однако нужно идти в ногу со временем, успевать за современными методами лечения. Провели порядка 30 операций, из них 9 вообще уникальных операций, которые никогда в области не делалось. Более 500 медицинских работников мы обучили, столько же почти провели консультации для жителей. Был сделан акцент особенно на людей, которые пострадали от паводков, ветеранов Великой Отечественной войны, провели консультации. Ну и в целом наши доктора приехали передавать опыт, новые технологии. Алексей Цой подчеркнул, что сложные операции местными врачами выполняются на очень хорошем уровне. Мастер-классы позволяют без отрыва от производства освоить инновационные техники. Меморандум поможет местным специалистам повысить свою профессиональную квалификацию, доступность высокотехнологичных медицинских услуг и улучшить их качество. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Саид Самигулам, Акжаик, Акпарат.